так. В общем, да, мы думали, что сальник выплюнуло, а на самом-то деле сальник красиво внешняя обойма отделилась от внутренней. И вот она осталась, короче, на цепи коленчатого вала. Каким-то чудесным образом мы еще что-то могли и ехали. Пока, но в общем-то не развернуло красивое отверстие и все. Сальник провернуло в итоге, я так понял. Шеф, все пропало. У меня не то на суфлёре. В общем-то на этом мега-челлендж, вернее дальнобой, мой завершается. А сальник-то был, скорее всего, заводской. БРТИ, Ш-50, каталожный номер 190-46-35 на 14,8 на 7. Надо было с собой взять сальник. Ладно, будем иметь в виду. Сейчас, конечно, можно попробовать его осадить, дотянуть до гаража. Это может быть полной фикцией. Ну ладно. Печально.